ситуации. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Portal 2. Так, что у нас дальше-то? Мы должны выбраться. По-моему, сказали, нам этот шар сказал, через 5 комнат что-то будет. Ну, давайте посмотрим. Ой. Так. Опа, на место встало. Хорошо. Так. Там турель. Тварь такая. Куб. Лазер. Ага. Ух ты, там еще один куб. Ну ладно. Я как понимаю, мне по-любому спускаться надо. Ой, а тут лесенки еще. Как благородно с вашей стороны. Давайте хоть посмотрим для начала, что здесь. Давай, ну-ка на место. Вот так. Место. Так. Вот, возьмем куб для начала. Отправимся туда. Опаньки. Вау, ну ни хрена себе. Так, а куда мне надо? Вот так вот. Так. Ну, предположим, первое мы что-то тут сделали. Как туда нам попасть? Так, непонятно. Как нам туда попасть? Так, 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 так. Какой-то должен быть охренительный прыжок. А иначе нам зачем такая высота? Только куда вот этот прыжок должен вести? Докуда вот я допрыгну? Так. И... А хрен там. Так, ладно. Так, а тут еще вот портал-то не открывается. Ага. Блин, как, что за подвох-то какой? А, летающая штука. Так, а как мне туда попасть? Вот так. Не понял. Ага, вот так. Вот так и надо попадать туда. Сейчас мы заберем этот куб. Так, а где я должен быть? Где куб-то? Блин, блинский, так, стой. Как-то маленько не так. Для начала мне надо... А как туда вот запрыгнуть? Так, ага, хрен я туда попаду, да, так? Ладно, так, какой там? Синий надо. Ну, почти, почти. Почти. Так, ладно. Вот сюда-то мы залезли. Только, блин, без куба! Так. Мне нужен куб. Давай.
Блин. Вот. Куб взяли. Так, интересно. А, я с кубом-то не могу, да, прыгнуть так. Поэтому надо куб туда отправить так. Так, сначала я кидаю туда, когда он отсюда падает, надо синий туда. Теперь я. Вот так. Еще минутку. Так. Так. Ну, правильно, правильно. Так. Твою ж мать, то здесь вообще просто, да? Да, тихо ты. Так. Вроде все кубы, да, задействованы. Теперь вон оттуда у нас будет прыжок произведен. Вау! Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо, согласитесь. Итак, я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Итак, что у нас? Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Наш комплекс снова работает. Так. Ваш комплекс снова работает. На тебе вот комплекс. Нет, вот так вот. На. И вот так вот. На. Так, а куда мне надо ввести-то эти лучи? Раз, два и три. Вау. Так, ладно. Три луча. Так. И так, один-то точно так. А эти два-то уже не так будут. Так. Блин, блинский, а как мне? Где-то еще кубы взять? Так. Но мне все равно не хватает. Так, что еще можно сделать?
Так, а если он будет проходить насквозь, то... Нет, насквозь не надо, чтобы он проходил. Блин, что-то я где-то неправильно сделал. Так. Чтобы отсюда. Прямой. Ну, прямой. А этот-то... Подожди. Так. Ну-ка. Так, если этот будет... прямо. Предположим. Ну-ка. Блин. Так. Блин. Так, минутку. Надо разобраться. Лучом выводить. Так. Ну-ка. Два луча там. Один. А надо, чтобы было два. Так. Суть не в этом. Суть вот в чем. Блин, а как мне еще-то сделать? Надо же еще один луч как-то доставить. А, вот. Какой луч? Вот этот центральный. Вот так вот. Ну-ка. Вот такой я молодец. Думаю, эти испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. А то! В испытании тебя ждет сюрприз. Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. Ты же меня обманываешь всегда. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним, но в конечном итоге они просто занимали место. Так. А где кнопка? Вот так вот. Ну, мы возьмем. Что происходит? Свет.
Здорово, подруга! Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! Беги! Бегу, давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай, давай! Беги, давай, я закрываю двери! Итак, напоминаю, вкратце мы совершаем побег. Мы в процессе побега, так что беги! Ты же обещал, через пять вкратце комнат! План на будущее такой. Мы остановим сборочную линию турелей, отключим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное — беги! Так бегу я! Беги, беги, беги! Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Вот почему бы тебе просто не пройти его. Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. Стой, ты куда? Куда ты? О, смотри, там олень. Наверное, ты не видишь его. Подойди поближе. Блин. Оу! Беги, беги, беги! А я хотел пройти, блин. Интересно, что бы было, если я прошел? Это, наверное, было бы конец игры. Давай, давай! Давай, шар. Я с тобой. Блин. Что там происходит? Можешь выбраться? Нам нужно вытащить тебя! Постарайся выбраться обратно сюда! Я слышу выстрелы! Чуточку поздно предупреждать, но берегись выстрелов! Может, слишком поздно, но я хотя бы попытался! Куда тебе выйти надо? Скажи! Меня тут зажали какие-то эти... Где выход? Ты в порядке! Отлично! Вперед! Давай! Сюда, сюда! Туда, туда! Я правильно бегу-то хоть? Турели! Беги, беги, беги! Да бегу, бегу, бегу! Давай, шар! Ты как вообще выжил, глаз? Мы почти выбрались! Она рушит весь комплекс! Быстрее! Скорее! Сюда! Да бегу я! Давай, 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 давай! Сюда! В лифт! В лифт! В лифт! Получилось, 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 получилось! Поехали! Встретимся на той стороне! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Рушит весь комплекс! Побег. Классно, да? А, отлично, у тебя получилось. За мной. У нас еще много работы. По крайней мере, тут она нас не достанет. В жизни бы я тоже так хотел уметь. Ага. Окей, не двигайся. Не двигаюсь. Так, хорошо. У меня есть идея, но она чертовски опасна. Давай. Постой. Что опасного-то? Ой, ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Конечно. Фух, темно тут, правда? Это как презерватив. Вроде старый не нужно лишь, но лучше пусть будет. Места чем когда надо будет, а его нет. Изрубил в кусочки весь здешний персонал. Всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они ты давай. Неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Я не никто понял, ты не где? Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. Куда идти-то? Куда ты мне будешь освещать путь-то? Там вообще-то по низу можно. Перепрыгнуть. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Давай осторожно, фонарик. Осторожно. Стой, осторожно. Дай я включу свет для тебя. Опа. Ты-то там на рельсах, да, гоняешь? Тебе-то безопасно? Выглядит опасно. Я подержу свет.
А ты что, хочешь, чтобы я прыгнул, что ли? Отличная работа! А куда вот мне? Налево? Направо? Куда? Давай туда. Вот так вот. Так. Что-то готовит. Скорее, сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Умовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. Это называется нарциссизм. Я не имел это в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Так, куда мне? Куда мне? Так, я что-то не понимаю. Тут нам надо расстаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Так, а я перебрался хоть? Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Добрался. Вон дальше там есть другая стена. А, да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой... Что? Клёр. Красочный. Вот так вот. Так. Куда мне шар? Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу, удачи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Может, я бы и не умер, даже с таких высот прыгал раз. Опа, дверка. И еще одна. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Пока!